швед. Может быть, тренер потребовал быструю атаку. Джефферсон укрыл мяч от всех. А выпрыгнул так высоко, что, в общем, по-моему, сначала в кольцо заглянул глазами, а потом уже забил это плюс 10. Концовка четверти за Триумфом. Джефферсон через руку Савенкова за 5 секунд до окончания. Все равно на ходу пути к корзине.
остается. Но еще три четверти без замены, и, в общем, пока там уже на вечку не присаживался. Ну и Макин, 30 минут провел на площадке, по итогам 3-4.